Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем в Splinter Cell Black. И сейчас у нас задание. Так, вот это мы не делали. Да, вот задание. Так, начать инструктаж. Как дела с твоим побочным проектом? Я... Давайте. Сложность солдат. Один игрок. Ну, давай. Выйти и начать задание. Сейчас мы... Начал здесь все. Это будет здорово. Итак, вот план. Осторожнее на подходе к цели. Мидли Росингтон закупил лучшие охранные системы. Да и охранников там хватает. Я думал, охрана там не очень. Все относительно. Точки доступа к потокам данных есть только на верхних этажах. Там в основном жилые комнаты, но вы найдете то, что нужно. Ясно. Похожим. Да. Сейчас у нас есть небольшая здесь проблемка, которую мы будем решать прямо сейчас. Тихо, тихо, тихо. Вот его надо захватить. На. Вот так. И вроде бы все, да? Я думаю, так. Возвращаем дрон. Здесь у нас пока все хорошо идет. Откроем дверь. Так. Держи. Так, открываем вторую, смотрим. Пока у нас идет все хорошо. Я в зале, Грим. Взламываю роутер. Блин. Первый роутер взломали. Процесс пошел. Один есть, осталось два. Хорошо. Вот сюда проходим. Так. Тайник здесь. Заходим. Вот. Так, подниматься вот здесь. Раз. Нет, не то. Вот так. Так, это тайник. Тихо, собака, слышу собаку. Что-то понять не могу, где тайник. Не понимаю. Так. Там вот ноутбук еще. Да, синхронный взлом надо. Это с кем-то. Понятненько. Собака у двери. Ну-ка, давайте-ка сделаем вот так. Мина. Шокер. Так,
откроем дверку. Так. А как? Как? Куда ведет? Так. Куда тоже не надо попадаться. А это по низу бы, если я пошел. Все, понял. Блин, ладно, ну я-то по верху прошелся. Ладно, сюда. Осталось-то немного. Опа. 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 Ну. Ой. Я прямо таки боюсь. Все чисто. Ну это же хорошо, когда все чисто. А вот он наверху, блин. Вот где-то тайник. Вот он. Вот он, тайник. Ага. Я нашел тебя. Грим, я тут тебе данные нашел. Спасибо. Посмотрю, когда вернешься. Все. Подожди, нет, сюда. Ну-ка, нет, ты открой. А что, такая одна, да, дверь работает? Ладно, надо здесь, значит, наверху мне устранить эти проблемы. Пойдем. Пойдем наверх устранять. Где ты? А ты вот он у нас. Куда-то мимо ушла, что ли? Блин, меня шокер. Ой. Так. Это, как я понимаю, камера. И где-то здесь еще кто-то что-то есть. Ну тоже, скорее всего, камера. Проходим, забираемся. Так. Так. Скручиваем объект. Операция прошла.
прошла гораздо успешнее, чем предполагал. Поставил жучка на основную линию. Сейчас осталось только внутри. Рад слышать. Жучок активирован, остался один. Хорошо. С этим, я думаю, проблем не будет. Хотя тут вот посюда можно куда-то слезть, если я не ошибаюсь, или залезть. Так. Вот он. У меня мина-шокер, да, это? Так. Собакина-то нету. Вот так, все. Вроде совсем разобрался. Теперь потихонечку идем. Туда мне надо пролезть. Это синхронный, да? Нет. Так. Ух ты! Открыть. Тихо, тихо. А здесь-то у вас где? Блин, блинский. Где? А, вон она. Отключается. Все отключили. Взламываю. Нашел мобильник. Ставлю жучок. Давай, 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 давай. Немножечко осталось. Так. Здесь мы взломали. Жучки активированы. Система работает. Теперь пора выбираться. Без шума? Кстати, а здесь можно вообще вылезти? Точка эвакуации в порту. Ясно, уже в пути. Все, вроде вот так вот. Всего лишь. Пару патронов. И выбрались. Убили-то всего ничего. Многие спят. А выбираться, я думаю, оттуда, откуда я пришел. Есть такое предположение у меня. Давай, давай, давай. Так. Да, блин. Вот так. Спокойненько. Вот чудо-миссия, да? Тут еще даже и вон два запасника, я даже не знаю, для чего они. Отхода, грим. Хорошо, увидимся на борту. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Пока!